Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Впереди у нас последние выходные августа. Давайте как следует проводим лето и составим для них насыщенную и интересную культурную программу. Суббота станет праздником для всех любителей кинематографа, ведь культурные учреждения города принимают участие в акции «Ночь кино». Например, в библиотеке имени Надежды Крупской подготовили обширную программу с мастер-классами для детей и взрослых, интересными лекциями о различных жанрах кинематографа, музыкальными викторинами и игротеками. Старт работы площадок 18.00. Открытые кинопоказы в этот вечер состоятся в библиотеке номер 8. Зрители приглашают посмотреть новинки российского кинематографа. «Вызов» – первый в мире полнометражный фильм, сцены которого снимались в космосе. Историческая драма «Праведник» и полюбившийся всем «Чебурашка». Не пропустите! Также 26 августа в рамках «Ночи кино» музей Эльдара Рязанова ждет зрителей на музыкальный концерт под открытым небом. Музыканты исполнят популярные мелодии классического джаза из фильмов 30-40-х годов. Насладиться живой мелодичной музыкой можно будет с 21.00 абсолютно бесплатно. На этих выходных в Самаре отметят День благодарности собакам. Праздник «Человек-собаки-друг» пройдет в субботу 26 августа на площадке перед Домом культуры «Заря». День благодарности собаки отмечают во всем мире. Собака помогает человеку в разных сферах деятельности и заслуживает того, чтобы сказать ей спасибо. Для гостей подготовили концертно-развлекательную программу, тематические номера, викторины, рассказ о том, как правильно вести себя с уличными и домашними собаками. Приходить на праздник можно вместе со своим любимцем. Начало в 17.00. В воскресенье Самарский литературный музей проведет пешеходную экскурсию «Маленькая Лениниана». Вождь мирового пролетариата прожил в Самарской губернии 4 года своей жизни. Есть даже знаменитая фраза «Ульянов родился в Симбирске, а Ленин – в Самаре», напоминающая о том, что по-настоящему свой политический путь Владимир Ильич начал именно в нашем городе. Узнать подробности вы сможете 27 августа в 12.00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.